Тихий и талантливый конкурс среди девушек с нарушениями слуха прошел в Чебоксарах уже в 13-й раз. Накануне в ДК «Салют» определилась обладательница титула «Мисс Тихая Чувашия-2018». Пять претенденток на титул «Мисс Тихая Чувашия-2018». Проблемы со слухом совсем не мешают юным красавицам быть смелыми, артистичными и утонченными. Движение рук – это слово или целая фраза, жестовая песня – самый востребованный жанр в культурной среде глухих и слабослышащих. Именно такими в основном были творческие номера конкурсанток. При этом юные красавицы танцевали, улавливая такт по счету. Самое сложное – совместный номер, игра на воображаемых инструментах. Помимо творческого испытания, девочки представлялись в визитке и делились фоторработами на фоне достопримечательностей города. Этот конкурс посвятили предстоящему юбилею Чебоксар. Покорить жюри во всех конкурсах удалось Марии Сергеевой. Она стала обладательницей титула «Мисс Тихая Чувашия-2018». Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.